такое счастье? Это когда всем радостно, хорошо, дружно, дружелюбно. Куда-то ездят с мамами и папами. Когда встречаются с сестрой или с братом. Когда ездишь на море. Если с ним общаются, любят его, с ним играют, веселятся. Если ему подарить подарок, шарик какой-то, игрушку. Может, новый учебник. Если гости любимые пришли, брат. Это когда вместе гуляет, когда вместе ездит на дачу. Когда кто-то счастлив от того, что ему что-то подарили. Ну что, вот встретил знакомого человека и сразу улыбнись. Счастье – это когда человеку дарят собаку. Меня делает счастливым, когда мы с семьей идем в парк. Люди счастливы, когда они ходят на пикник, когда они едут к бабушке и дедушке. Что делает тебя счастливым? Меня делает счастливым то, что я дружу со своей подругой. Когда мне кто-то дает игрушку единорогов, мне радостно. Когда мне мама сплетает косички, когда мы готовим пиццу. Счастье для меня, когда у меня самый лучший день рождения и самые лучшие крутые игрушки. Меня делает счастливым мама и папа. Моя любимая мелочь вообще-то это картошка фри с кетчупом красным. Томатным. Это вместе с друзьями в садике. Я счастлив, когда мы бусловим где-нибудь. Когда я сильный, например. Когда быстро бегаю. Когда обнимаюсь. Когда мы идем на покат смотреть мультики. Когда мне мама готовит яичницу. Когда мы ездим к классным. Что делает людей несчастными? Обидели, поцарапали. Кто-то разобьет их любимую вазу. Когда ты гуляешь и дождь пошел. Когда ты слышишь рисунок, у тебя не получилось. Вот меня, например, делает несчастной, когда у меня завтрак расползся. Если у меня кетчуп пролился. Если у меня футболка старая уже, грязная. Мои друзья, например, несчастные, когда ссорятся друг с другом. Никита с Вовой, Вова с Лешей, Леша с Никитой и так по кругу. Когда сидишь дома, когда не снятся сны, когда мы с моей сестрой иногда гугаемся.